Эльмар. Имена погибших во время фестиваля техномузыки «Парад любви» были зачитаны на футбольном стадионе в немецком Дуйсбурге, где прошла траурная церемония. 24 июля прошлого года в результате давки у входа в туннель погиб 21 человек в возрасте от 20 до 40 лет. Говорит один из свидетелей трагедии, Вольфганг Локе. С того дня очень много изменилось и во мне. Я не сплю по ночам, мне снятся кошмары. Я стал совершенно иным человеком. Не тем, которым я привык себя видеть раньше и ощущать. К туннелю, где год назад произошла трагедия, близкие погибших. Их друзья и рядовые жители обычно тихого города Дуйсбурга приносят цветы и зажигают свечи. Среди погибших 8 иностранных граждан. По данным полиции, местные власти проигнорировали предупреждение о том, что город не может принять 1 000 000 человек, участников парада любви. Со своей стороны, организаторы фестиваля обвиняют полицию в том, что слишком много людей оказалось в узком пространстве у туннеля. Следствие опросило 3 000 свидетелей, чтобы установить, кто на самом деле несет ответственность за гибель людей.